Жителям города Тобыл в Костанайской области не хватает воды. Сейчас в населенном пункте водоснабжение доступно только по графику и всего на несколько часов в день. При этом даже так живительная влага достается не всем. В чем причина, попытались разобраться мои коллеги. Тобыл стал городом в начале прошлого года. Местным жителям обещали, что новый статус приведет инвестиции и бюджетные вливания. Они действительно пришли, а параллельно и проблемы с водоснабжением. Татьяна Назарук теперь вынуждена запасаться водой с вечера. Днем ее попросту нет, а ближе к ночи напор настолько маленький, что невозможно ни помыться, ни вещи постирать. Выключают с 11 дня до 7 вечера. У меня просто вопрос, если за Тоболовку сделали городом Тобыл, почему не подумали о том, что город будет разрастаться, будет больше людей? В городе отключение воды и по графику ее подавать это ужасно. По словам жителей, всему виной новые микрорайоны. Существующая сеть водоснабжения просто не справляется с нагрузкой. Всем понятно, что все строения 80-х годов, ни одного резервуара не построили. А микрорайон строится, а проблемы никто не решает. Сейчас такие районы у нас образовались, потребность воды, они же должны были рассчитывать. Местные власти проблему признают, но решить ее пока не могут. Мощностей коммунального предприятия попросту не хватает. Насосы и скважины работают с перегрузкой. Ситуацию усугубляет сильная жара и поливы участков. Эта проблема есть, она будет, и она от нас никуда не уйдет, пока мы не построим новый водовод. То есть это ничто и никто не поможет в этой ситуации, потому что запасы подземных вод, питьевых вод, то есть они нам не позволяют давать больше объема, чем мы подаем на сегодняшний день. Если мы подадим больше, то мы останемся вообще без воды. На новый водовод Тобылу выделяют 800 миллионов тенге. Конкурс на строительно-монтажные работы уже объявлен, но построят его не раньше, чем к концу года. Артем Грабов, Ермек Мухамедьяров, Костанайская область, Хабар 24.